чем отличаются ошибки от неправильных действий? Да? Ошибки – это то, что ты не знаешь, как правильно. То есть ты идешь в свой страх, ты не знаешь, правильно это или неправильно. Заходишь, ошибаешься, делаешь выводы, потом делаешь новые ошибки, снова делаешь выводы, потом уже этого не совершаешь. А неправильное действие – это когда ты знаешь, что там, например, денег нет, ходишь на свою нелюбимую работу, какую-то глупость совершаешь, одно и то же систематически повторяешь, что закольцовываешь ее. То есть вот безумие – это выполнение одних и тех же действий, а ожидание разных результатов. Мужчина обязан, должен. Все слышали пример про лампочку Эдисона, да, когда он там сделал 1000 способов, и у него не получалось, чтобы она работала, и он продолжал ее делать, пока не получилось. Так вот, мужчина обязан совершать ошибки, должен просто это делать. И мужчина тем и отличается, что он потом не ковыряется в своих ошибках, он легко признает это и идет дальше делать. А вот женщинам нельзя. Ну, не то чтобы нельзя, а тяжело это получается. Все. Так что побольше, почаще ошибайтесь и не совершайте неправильных действий. Успехов!